Этноэкологический фестиваль «Ваак Чайни» состоялся в Приморье, праздник, название которого переводится с удыгейского как «охотник», знаменует окончание охотничьего сезона у коренных малочисленных народов России. Открылся фестиваль шаманским обрядом. Ну, это означает, делаем для того, потому что осенью делали обряд, когда охотники заходили в лес осенью на охотничий сезон, и вот делали этот обряд, чтобы живы, здоровы были, чтобы удача у них была. И вот сезон закончился, и все, слава Богу, живы, здоровы вернулись, добыли, семьи накормили. Это первый обряд, это косеголым, это то есть просьба богам. А второй, вот этот обряд, коси, благодарение. А спортивные состязания фестиваля в этом году собрали рекордное количество соревнующихся – 12 взрослых и 7 детских команд. Состязали спортсмены-любители в стрельбе из лука, пневматического ружья, метании копья и топора на дальность, перетягивании каната, метании тензяна на хорей и командной лыжне. Такое вот именно проведение спортивных мероприятий среди детей, ну, мы подключаем, конечно, ну, вот, как вы заметили, всех участников и приезжих гостей наших, кто бы там какого возраста не был, чтобы именно познакомиться с некоторыми традициями, да, соприкоснуться. И, конечно, все эти традиции, они зародились, ну, вот, именно в охоте, да, там, метание копья, стрельба из лука. Также на фестивальной сцене выступили хор бикинских матерей и детский танцевальный ансамбль «Косихи». Улица мастеров порадовала угощение местных хозяек, а лучшие кулинары из числа местных жительниц пригласили всех присутствующих отведать охотничий суп из изюбра. В этом году фестиваль прошел в рамках социально значимой программы «Единством народов Россия сильна» при поддержке регионального министерства физической культуры и спорта Департамента внутренней политики Приморского края. Анна Дьякова, новости на 8.